Всем привет! Сегодня мы поднялись в горы в один из потрясающих живописных городков Сан-Поль-де-Ванс. Иначе его называют город художников, так как здесь проживали свою жизнь и творили многие известные художники. Мы прогуляемся по узким улочкам старого города и покажем вам основные достопримечательности. Оставайтесь с нами до самого конца и приятного просмотра. Поехали! Итак, друзья, за моей спиной Лавуаль. Это место, где раньше стирали белье, полоскали. Совершенно рядом, как будто прилип еще один знаменитый объект Сан-Поль-де-Ванса. Это известный ресторан и отель «Коломб д'Ор». В этом отеле, который раньше назывался «Робинзон», останавливались очень известные люди, в том числе художники, музыканты, актеры. Здесь когда-то частым посетителем этого отеля и ресторана был Пикассо, Марк Шагал. Очень часто художники не имели возможности расплачиваться, и поэтому этот отель, ныне который называется «Коломб д'Ор», в переводе на русский «Золотая голубка», хранит массу картин подлинников этих великих художников. Вы можете приятно провести время, покушать, отдохнуть и насладиться произведениями искусства. Здесь такой большой красивый платан, как это часто встречается на Лазурном побережье. И посмотрите, тут из земли идет провод, и он как будто бы врос в дерево. Как это сделали? Непонятно, но очень красиво. С этого места прекрасно видно крепостную стену, которая окружала этот город. Посмотрите, какой ресторанчик. По всей видимости, это когда-то была церквушка. А здесь мы видим здание бывшей мельницы, либо для масла, либо для муки. Ну что ж, давайте войдем на территорию самого городка. Посмотрим там, как там внутри. Подобные городки на Лазурном побережье начали активно появляться с 7 века, с момента падения Римской империи, так как римляне перестали осуществлять безопасность этих регионов, участились набеги сарацинов на побережье. И для того, чтобы избежать или минимизировать последствия этих набегов, местные жители с побережья стали перебираться в горы и основывать такие городки, такие как города-крепости. И, собственно, Сан-Поль-де-Ванс один из таких городков. Посмотрите, как выглядит эта башня со внутренней части города. Видно, что это старинная постройка. Вот. Видно христианского святого, наверное, собственно, сам святой Павел, так как Сан-Поль-де-Ванс – это город святого Павла. В городке можно встретить такие кранчики, где можно попить, умыться. Сан-Поль-де-Ванс – городок художников. И если вы любите искусство, Сан-Поль-де-Ванс вам очень понравится. Просто бесконечное количество выставок, галерей, арт-магазинов – это невероятно. Эта картина, мне кажется, достаточно
интересная с точки зрения искусства. Смотрите, здесь можно рассмотреть 1000 брендов современного мира и какая техника исполнения, какие краски. Сочетание разных стилей в живописи очень интересно. Вот такое вот оно, современное искусство, посмотрите. И скульптуры, и картины. Есть и большие скульптуры в полный рост, и небольшие. И вот как вы думаете, сколько может стоить эта такая небольшая скульптура железная? 46 тысяч евро, друзья. Пишите в комментариях, много это или мало. В центре Сен-Поль-де-Ванса расположена коллегиальная церковь. Вы представляете, строительство церкви растянулось на период с 14 по 18 век. И в результате этого здание выполнено с элементами нескольких стилей, популярных в разное время. 17 век стал таким неким золотым периодом для церкви, потому как в 1666 году епископ Ванса повысил ее до статуса коллегиальной церкви. Но главной достопримечательностью церкви является часовня, посвященная святому Клименту, которой содержали реликвии из катакомб в Риме. Это яркий пример барочного искусства, был добавлен в 1680-х годах семейством Бернарди. И вот посмотрите, вот эту колокольню видно сдалека. Ну какая же это красота, ну, честно сказать, слов нету. В очередной раз удивляюсь этим потрясающим маленьким, но очень красивым городкам. Я всегда восхищался природной красотой, но здесь вот это творение рук человеческих, вот может быть такое красивое какое-то. Какое-то гармоничное. Потрясающе, просто потрясающе. Посмотрите, это, наверное, часы солнечные. И вот такой почтовый ящик. Здесь все искусство буквально. И вот мы нашли место, откуда открывается потрясающий вид на окрестности.
А это табличка, на которой написано, что здесь, видимо, проживает художник Прованса Пол Бруссет. Теперь вы понимаете художников, почему они здесь останавливались? Это очень фактурный город. Просто эстетический рай. Вот еще одна магазин-выставка, и это платки, то есть это ткань, разрисованная по мотивам картин Марка Шагала. То есть это копии его картин. Но это платки, которые можно купить. Вот. Такая интересная. Какой интересный магазин. В этом магазине открытки с традиционными видами Франции. Если в том были репродукции картин Шагала, а это просто виды легендарные Прованса. Вот, например, лавандовые поля. Маленькая площадь с фонтаном. Здесь, наверное, можно было охладиться. А здесь, наверное, стирали белье. И снова картинная галерея-магазин. Название «Город художников» по праву принадлежит этому месту. А вот и необычный магазин, то выставки для галереи, а это продукция из трюфеля. Да, ой, какой здесь аромат. Масло. Сам трюфель, всевозможные пасты, все, что хотите из трюфеля. И даже чипсы с трюфелем. Представляете? Действительно, для туриста просто необыкновенное местечко. Туристы, которые решили остановиться в самом Сен-Поль-де-Вансе, могут выбрать вот подобный отель. Тоже посмотрите, какой он необычный, какой атмосферный. Вход в этот магазин украшен веточками мимозы. Очень красиво выглядит. Это парфюмерный магазин, и он так интересно оформлен. В самом магазине тоже какое-то произведение искусства. Само по себе. Этот бутик принадлежит наследнице рода Гате, которая продолжает свой бизнес. Производство парфюмерии из натуральных масел, без добавления всякой химии. Здесь можно попробовать, понюхать и купить уникальные духи. Можете видеть крепостную стену, которая окружает город. Здесь выход на кладбище, то есть кладбище было за пределами города. А здесь у нас смотровая площадка, и давайте посмотрим, какой же вид открывается оттуда. Здесь наверху сразу бросается в глаза вот такое необычное дерево. Это традиционное французское искусство. Вот они любят таким образом обрезать деревья, чтобы они принимали какие-то такие аккуратные формы. И это действительно очень красиво выглядит. Со смотровой площадки открывается вид в сторону моря. Видны холмы. И вот это то самое кладбище. Каждый домик, каждая улочка какие-то невероятные. Сами посмотрите.
А сейчас мы вышли на другую сторону крепости, и отсюда не менее потрясающий вид. Море можно увидеть, и все те же холмы, домики маленькие. Вообще вид настолько завораживающий и настолько такая расслабляющая атмосфера, что хочется размышлять и просто наслаждаться моментом. Сейчас прогуляемся вдоль крепостной стены, прям непосредственно по самой стене. Гуляя по стене, можно видеть сам городок и то, что находится по другую его сторону. На этой стороне склона располагаются виноградники. И не удивлюсь, что в каком-нибудь из местных магазинчиков можно купить бутылочку вина именно с этих виноградников. Сан-Поль-Дюванс – это просто сказочное место. Если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите по ссылкам в описании, если хотите взять экскурсию именно у нас. Бон вояж!